Фабия Ржевкина, Александра Гринова, Алексея и... Нет, все-таки показал такой некий прыжок, и многие зрители нас всегда... А что, то есть именно такие на чемпионате Европы дубасят вот именно в такой комплектации? Так что случилось? Небольшая ошибка, допущенная экипажем в прохождении трассы, то есть он возвращается на дистанцию, и далее уже тяжелейшие потери. По результату, особенно по времени, то есть Саша уже, не знаю, проездил сколько. Ну как без? Не без аварий, конечно, аварии были.